Всем юхай, с вами Амайн, вы на канале Амайн Гейминг. Те, кто приходит на мои прямые трансляции, которые проходят понедельник, среда, пятница в 17:00 по МСК, знают, то что на стриме мне человек очень хороший из моей команды, Нейл его зовут, подарил 4000 голды. Ладно, не 4, давайте уточним. 3232 голдишки. Взял чисто, знаешь, подарил. Продал все из своего инвентаря и решил скинуть эту голдишку мне, знаешь, как подгончик. За что я, опять же, Нейл, брат, благодарен тебе. Жду второе сердечко. Вот. Я на стриме сказал, то, что я куплю себе стилет тай-дай. Потому что я его очень и очень сильно хотел, хочу и продолжаю хотеть. А сейчас я его беру и покупаю. Как бы. Ой, это класс. Это классно. Это очень офигенно. Стилит бамс, тайдайчик. Я не знаю, я хочу выбрать паттерн. Подожди, классный. Смотрим. Ну, блин. Он стоит 2000 голды, короче. Это прикольно. Так, ну вот, блин, по факту они все одинаковые. Подожди. Темка. Но я хочу более такой, более голубенький, чтобы прям дохрена голубизны было. Ладно, давайте вот самый вот этот. Мне тоже он очень зашел, такой классненький, прикольненький. Хотя подожди, вот этот тоже ничёшный. Ай, все, вот это вот смотрение, не смотрение. Бамс! Сюда! Стилет тай-дай. У меня в инвентаре. Это мой пятый ножик. Ё-моё, я его... Сколько? Стрим? Стрим, да, я... Не стрим, получается. Ну, дней 4-5, что-то такое. Я не мог его никак купить, потому что, ну, не было времени записать это на видос. Просто let's go в тренировочку оценивать ножик. Я не знаю, я прям кайфую. Стили тай-дай, как только добавили ревенж коллекцию на рынок, я такой, вау. Вернее, в магазин, то есть, в принципе, ее добавили, я такой, офигеть. Стиль тай-дай, класс. Но, блин, и денег не было, голды не было, и типа, Ой-ой-ой-ой-ой-ля. Ну-ка, анимация. Кайф. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете то, что я обязан посадить кого-то на этот ножик. У меня, между прочим, осталось еще 2000 голды, да? 2 с чем? Сходу на разминке уже посадил человека. Раз. Давай еще одного. Не! Не получилось. Опа-на. Оп! Ой, ну неплохо. И давай ласт. Ласт килл. Понял. Не в судьба, не повезло, не портанул. Так, ну давай, ласт килл. Ладно. Бумс. Изи. Ребят, ножик-то офигенный. Но про вас забывать тоже нельзя, поэтому по ссылочке в описании. Переходим, подписываемся на мой телеграм-канал. Там будет проходить в конце этого месяца розыгрыш на 1000 голды. Все условия будут там, так что обязательно подписывайтесь. Продолжаем, как бы, ножичек-то я купил, а затестить в лютой каточке клановые битвы. Мы играем против СБПБ, ё-моё. Кстати, что у них за звонки? Сильвер. Слушай, это радует. Сильвер, парни, сильверы у них? Это сильверы. А, ладно, нет, мастер там есть. Где мастер есть? Феникс. Нормально. И силь. Короче, мне кажется, это будет изи. Мне реально кажется, это будет они изи. На месте прыгают. Они на месте прыгают, братан. Верю. А! Ну, ладно. Кстати, подписчики, всем привет. Да, кстати, ребят, поздоровайтесь все, ё-моё, чё это, сидим, молчим. Всем здорово. Здорово. Да-да-да. Впервые за несколько лет я в видосике, ура. Да, тут Юра, Нейл, Джазекс и Никс. Который молчит. Нейл в чате пишет. Нормально. Поздоровался.
Нейл, Нейл, смотри, что у меня есть. Слышал? Так, го Б, го... Да, согласен, плюсую. Я на миду попекаюсь немножечко. Я немножечко на миду попекаюсь. Еще, ребят, все размялись, я правильно понимаю? Я не особо, но размялся. Да, мы играли. Да. Ну, типа того, да. И, короче, я через мид, я перетянусь, я просто инфу пособираю. Так. Пачку на забирайте на... у меня, кто пожалуйста. Кто найдет? Я люркером хотел бы. Мидл никого не видел. Я слышал, по-моему. О, на А2. Чел оружку взял. На А2, ребят. Залетайте бы. На бабл ту есть. Я пойду. Понял. Вверх. Вверх? А, он перетягивается, он на перетягивается, он думал это А. Тихо. Я их приму вот здесь. Все, он вернулся наверх. Идет. Кинул хае. Попал? Я не знаю. Забрал. Вверх, чел. Вышел. А, чел банан, ребят, чел банан. Поел, да. Окей. Нахитовал очень. 82, лучший. Я хз, где ласт? Возможно, АФК. Уходи. Все, красавчики. Я что-то вообще это банан не ожидал. Я думал, вы там, и как бы это. Да, он, походу, АФК. Не, я сидел вверх чекал. Да. Так, ну ладно. Первый раунд забрали неплохо. Я вообще не ожидал, кстати, то, что чел вылетит так быстро, но я его забрал. Так что нормально. Да, это. Так, это что, сейчас уважаем. А? Сейчас А полетим? Да, можно. Да, давайте. Пачку возьмите. Блин. Вы шарите. Отыграйте кто-то мидл, да. Мимо. Так, что, прям залетаем? Да. Я тоже флеш даю, Отойди. Забрал? На Б чисто. Пока что. И я походу. Чел мид. А, не, да. Засмочил. Блин, смог говно. А, не, нормально. Нормально. Там пиксель. Опять чел это тот, чел? Который... Он АФК, походу, да? Сейчас, да. Да, он АФК. На нож, не убивайте. Ну, Юр. А, извини. На нож надо было для экономики, ну ё-моё. Ой, я на первом месте, ура! Ура, поздравляю. Так, ну пока изи. Есть что, ребят, клановые играем, да, как бы еще раз повторюсь. Yes, согл. Я мид пойду. Да, хорошо, под смок можно очень классно отыграть. Ча, я флеш кину, аккуратно. Мы как бы ориентировочно идем на Б. А я? Да, окей, я перетянусь еще. Лучше? Лучший. Палил чела. Добил. Возьмите пачку. У меня на. Там. Забрал. Аккуратно. Ну, камон, ну какой здесь киберспорт? А майн гейминг пупс, ё-моё. Чё за фигня? 3-0. Это просто изи. Супер про... У них чел, они вообще чела кикнули, ё-моё. За что? Я не знаю. А, это который вкашил. Да. Бан. Это как-то скучно. Надеюсь, станок не добавит урон от падения. Блин, наоборот, кайф. Да не, я не хочу умирать, я прыгать люблю. Так, я хаяту кину туда. Забрал. Аплен пустой. Да, зашел. И вот ласт килл. Ай, лучше. Блин, как я же это изи. Я бы он там сидел. Блин, у меня граффити нету, ё-моё. Ну чё за фигня? А у меня есть, по-моему, сейчас обставлю какой-нибудь. Ну, стилит кайф, да. Вообще тему. Да. Понимаете, уже трейлер вышел, под конец сезона мы решили взяться за звание. Да. Мы гении, ребят, с вас лайки и подписки на канал. Согл. Амир, столько мы не могли стримы делать, и уже сезон закончился, да. А я только апнул звание нормальное. Факты.
Больно. Это чей молик? Это тиммейт? Мой. Это мой. Слышь, кусай. Ну, а, да блин, им одному. Вообще, я им тоже. Пофиг. Я фу. А я тоже, соль. Сори. Дайте мне хивол, я вообще бот. Откуда? А, нифига себе, чел. Чел меня вынес, минус 32. Ну это скучно на самом деле, ну согласитесь, катка просто. Сэрти, стой, не бейте его, поиздевайтесь, блин. Прикиньте, сейчас смена сторон, о, они как мира. Соберутся. Мой калаш. Да и у меня 10 да, дней. Да, и выносят. Нет, чел сейчас подрубит просто и все. Да-да-да, там некому подрубать, все нормально. А, чтобы вы понимали, у нас будет сейчас звание Gold 3 в клане. Это, конечно же, не супер классно. Не, ребят, вы не поняли, тот АФКшер пошел подрубать. А, так он не вернется, потому что его кикнули прям. А, блин. Мидл есть. Вижу. На, там стил. А, о, я не смог убил. Его убить. А я убил. Я правда. Опять, убил. Ну. Блин, ну я мог. Ну это рил скучно, это рил скучно. А, блин, я промазал. Где МК? Ну не, ВММ, ну типа тоже можно, но пока у нас фулл стак, то можно было бы и в. Да, КБ ладно, еще да. Поапать. Да, да. Нам да, могут да. Же эти медальки давать, да? Какие медальки? Там же медальки дают. Какие медальки? За... Клановые, не? Какие шилды медальки? Дай. Ты вообще о чем? О, не медальки, брелоки. Шилды. Какие брелоки? Шилдики, может? За звание не дают, просто за звание в конце сезона же дают. За клан не дадут так? За клан нет. Шилдики. А, шилдики, да-да-да, шилдики же дают, точно. Да, интересно, как выглядит. Я, по-моему, видел концепт. Блин, я бегу. Жизнь у меня просто пролагало. Ой. Сайт. Или вверх. Ну, это рил скучно. Я фу. Ставьте пачку. Пойду самоуничтожусь. А, фига, даже так? Да. Блин, я раш пойду. Чё, прям с ножом? Минус 4 с ножа, нормально. Вау, если что, напоминаю, ссылочки на парней находятся в описании под видеороликом. Если что, кому интересно, подписываемся. На вас? На что? Ну, я не знаю, на что скажете. Что? Ну, я не знаю, что у тебя там. Так, вот именно. Ну, если у тебя ничего нету, то ладно. Так, сайт... А, чисто, блин, опять. Они... Да, да, они, их там вообще там. На нету. Да, один, два, и все. О, нифига у себе! Здесь, вот, чел вот там, проход. Где ты сейчас дох, они там везде. Да? Да, они там любят сидеть. Ну, ребят, зря, наверное, вы так вот все пушите. Вы лучше в плунту там останетесь. Кто в плунту? А, так это... Вы поставили на... А, Никс хорош. 8-0. С пуликом бегает. С пуликом бегает. Эту. Я, короче, беру М110, мне пофиг. Что вы понимали? Я последний... Тихо. Пулики берем. Да, я уже М110 взял, мне не хватит на пулик. Что вы понимали, я М110 как-то раз взял в ММ, я дал минус 2 на миду и больше не брал. И это было года полтора назад последний раз. Потом ты мне говорил, не надо брать М110. Ну, типа, на самом деле. Донбасс! Чел в прыжке, я ему хедшот ставлю, боже. Какой кринж. Купите к последнему раунду пулики. Этот, дагестанский залп. Так сейчас пистолетка будет. Не, на 9-м. Вот сейчас. Так все, сейчас смена. Нет, сейчас 9-й не будет. А-а-а. Блин, Юра. Надо было раньше дагестанский залп бьёт. Ты выжил! Я сейчас сдохну! Ты выжил! Я чё, не сдох! Я больше всех раз умер. Смерть, блин. Я не понял, какого хрена я больше всех раз умер? Ещё, почему в Дискорде... Чё? Я как не стыдно, я меньше тебя умер. Да.
Тигл купил, дай мне. Пока не, я с диглом, все, отстаньте от меня. Я сейчас буду разваливать, хедшотики ставить, правда его не разминал ни хера, но... Дигл топ, он не для тупоголовок. Я тебе сейчас флеш дам по тебе. Спасибо. Не за что. Я перетягиваюсь на Б. Да. А, это А. Да, это А. Они сверху тупо. Ашка. Минус один. Я даже ничего делать не буду, ребят. Ну, смысл? Спина. Хидал. Что это было? Он меня не убил, серьезно? Я шуму, я не знаю. Минус где. Один? Он за мной побежал, я он фу. С ножом был. Недолет. Смотри, два хедшота, ой. Отвечаю. Я. Ну сейчас он 4 прописывает. Да ну блин, нет. Не дали. 10-0, чё за катки? Дагестанский залп! 10-1 на бризе мы на стриме играли, тут 10-0. Ой, чё, плюс 50? Это... А чё у них за звание клана, кстати? Это бан. Голд 3, ребят, нам минус 7, ой, плюс 70 дадут. А, плюс 65. Неплохо. Ну это изи, это голд 3 просто. Бамс, по щелчку пальца. Да. Еще такой... и половина четвертого. Мне кажется, это самая легкая и самая быстрая катка в мире. В моем понимании, не знаю, в моей не карьере стендофера. Не, бриз была быстрее. Нет. А, когда нам сдались? Да. А, вы про ту катку. Да, согласен. О, у меня сейчас будет супер покрытие. Ой, погнали в следующую катку. Итак, у нас следующая катка на бризе против уже другого клана, но мне парни сказали, что тут элита, феникс, сильверы и бронзы. Походу опять изи катка будет. Но это не точно. Ну, понятное дело. Вот это, я так понял, элита. Нет, это бронза. Вот это ангелочек, да? Я думаю, ангелочек это. Какой нахрен ангелочек? Я не понимаю. Ну, блин, а, все, это никнейм у него такой, да, все, теперь понял. Так, блин, Сакура. Я на Сакуре очень давно не играл, поэтому я как-то как будто бы хз, но я давай. Я А, лонг. Реализуем дигл. Ну я мид понял. Окей, я в сайт просто сяду. На Б двое идите. Я лонка. А, есть, по-моему, нет, там да. О, это А, это А. Это А. Трое, как минимум трое я вижу. Убил одного? Идут у меня. Сайту. Чел тпхается, убил. Где чел? Чел двое, в сайту. Двое уже. Меня пробили. Двое, трое, скорее всего. Минус один. Девятка. На лестнице девятка. Короче, сейчас минус четыре. Минус четыре? Дайте эйс. Да ах ты ж собака. Эйс мне не дал, Джазикс. Бля, ты крыса. Все с тобой ясно. Люблю тебя, брат. Спасибо, спасибо. С тобой влезло. У них чел вылетел. А, не вылетел, ладно. Дай голды! Минус 4 дал. Ну, изи. Изи пизи, лимон сквизи. Амир, дай голды. Не дам. Дай голды. Блин! Мидл забрал пачками. Лучше. Я через низ пойду. Забрал еще одного. Лучший. Пачка мид, если что. Да, вижу. Я фу. Прям в центре лежит. Блин, тут метки. Блин, я хз. Нет. Меток нет. О, красота. А, у них чел переподключался. 6-0 я иду. Ну, вот эта каточка мне нравится. Я здесь не на ласт месте. Не, у меня 6-0 стата. Я шучу. Да я испугался. И будет 6, ну да, я испугался. Ты сам 16 там что-то стреляешь. Какой ты, знаете, лайтовенький видосик. Начался такой, нифига себе, стиль тай-дай купил. А тут мы сейчас на лайте просто разваливаем. Флэш. Это кто? Б, судя по всему. А, ник со мной в апу. А, да. Я так и не понял, ник, почему ты без микро? Нет, я тут. А, ребят, тихо. Меня убили, ребят, это Б. Я иду. О. В спину. На зеленый. Угу. Аккуратненько. То ли слева. Сейчас слева двое. Лучше. И ставит пачку, лучше. Ну они рил слабые. Они прям никакие, они нулевые, я больше скажу.
О, тепло. О, тепло. О, тепло. Боже. Вот такие катки мне нравятся. Вот это путь до легенды, путь до даймонда в клане. Ё-моё. Блин, это так прикольно, когда Никс меняет М16 и Керыч, и М16 тоже так вертится, как Керыч просто. Смог на верх-верх. Мид-верх есть. Ну вот это, как это назвать? Дом. На меня... А, меня убили, я за стеной был. Ну, дефолт. Опа, 2 в 3, ребят, ситуация. Это Б. Никс резко слева, Никс! Никс! Я Никс не слева! Не... Рядом! Камни! Двое! Ой, минус 2! Помоги, помоги, Юра! Ой, Нейл! А, Милощина! 1-2 хп. 1-2 хп. Весело. Меняй пушку, Савик. Может, М16 возьмешь, Нейл? Молодец. Он нож взял, то о чем? Все, я понял. А, они это, мы что-то расслабились. Да. Знаешь, типа. Ребят, кто мне может дроп дать? Дроп? У меня 600 долларов осталось. Понял. Ну могу тебе пожертвовать мою МС. Не надо. А, ну блин, импакта я дам, больше дам. Спасибо. Так, судя по всему, я там. Да, я надеюсь. Я хаевер даю. Девятка чьи? На Б двое. На Б двое. Пачка не Б. Это фейк был. Б флеш дал? Ставит, скорее всего. Ставит, скорее всего. Пачку не полили. А пачки на Б не было. Забрал. МКМ-ка. Амирина. Вернул мою М-ку? Молодец. Себе вернул. Так, ну я перетягиваюсь обратно на меду чисто. А, опа, на, в сайту, лучший. Еще один. Второй вход. Угу. Лучше. Дагестанский выстрел. Ой, чё? Дагестанский зажим хотел сказать. Дагестанский выстрел, ну неплохо. Неплохо. Ну как это, на свадьбах зажимаю это так. На свадьбах, брат, не шарю. Я не дагестанец. Не знаю. Или это мем, или это правда. Скорее всего, правда. С калашей зажимают на свадьбах. А, я понял, я видел видос. Это апу. Да, это фула. Они в катанах сейчас будут все. В додзю? Ты имеешь в виду? Ой, да их надо выносить. Пачка, это лонг. Забрал? Лучше. Ушла, реально, пошла. Дорога. Вот, в люк упала. Флаш нашла, пирожок нашла. Я на дорогу. С Никсом буду. Разменивать. Окей. Б-флешка. На Б-флешка была. Хаель тип. Забрал одного. Окей. Еще один. Пачка, пачка. Прикройте двери, пожалуйста. Мы сейчас пойдем туда. Мы с апартов идем. Забрал еще одну. Вот, спасибо. Блин, у меня смока нету, чтобы ванвей сделать. Так. Инфа нет? А, есть тут чел. Спасибо, пачка, разменял. Пачка Т. Лучше. Или не Т? А, не, не Т. 12 на 3 иду, КД 4. Ну, Толя уважает лучше. Такое. 4,5 КД всегда должно быть, он говорит. У меня вообще говнище КД. Потому что я не вижу челов вообще. Но при этом у меня КД 2 нормально. О, спасибо. Лучше. Это кто сделал? Это овер... Что? А, Джазик с них сменил. Опа, есть! Б? Окей. Ааа, блин! Это что это было тут? Что? Что за расколбас?
Материться только мне можно. Шутка. Так я и не матерился, в смысле. А, мне показалось, да. Где ласт? Инфа есть? Нет. А, сейчас зайду за них, посмотрю. Давай. А, это Нейл. А, где-то, где-то, где-то в районе Б-планта я слышал выстрелы с калаша. А, да, да, да. Он на улице. Магазин, короче. Хорош. Дагестанский зажим, ребят, давайте. Дагестанский зажим. Не, ну, ребят, мы традицию нарушили. Какого хрена 10-1? 10-0 надо. Давайте переиграем тот раунд, который они выиграли. Там, просто, там просто Нейл нож достал. Это все Нейл был. Нейл бан. Ребят, в конце не забываем дагестанский зажим. Окей. Лучше. А, у меня чисто. Не чисто. А чё? Ну, Б тоже чисто. Я чисто? Пропушил уже. Я вообще после. Нет, не совсем чисто. Мне килл не дали. А, понял. Так куда? А, это кто это стоял там? Мне два килла стырили. О, калаш, это для дагестанского. Зажим! Зажим! Дагестанский. А, я уже выкинул, блин, калаш. Где мой калаш? Дагестанский зажим забыл. Ладно. Короче, делаем дагестанский зажим в последнем раунде, когда сделаем их 10-1. Окей. Да, мы же с калашами будем. Да. Все калаши в финале мы дроем. Как и Хавиков. Хабиба. Нурмагомедова, я мы пересмотрели, типа? Идем фула. Хабибобус. Я не смотрю вообще Хабиба, я вообще бокс не смотрю. Я вообще лонг иду, мне пофиг. Я вообще на С пошёл. Я вообще в Валоранте. Я вообще стили-то осматриваю. Идите нафиг. Мид. У меня тут чел есть. А, нет. А! Понял. 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 Сайту близко, Юр. Лучше. Сайт забрал. Вторые, трое сайт. А. Да мы умерли все уже давно. Я инфу даю призракам чисто. Так, я понял. Мы с дробашом буду. Дробаш плюс тег. Все, имба. Короче, сейчас забираем их по одному. Дигл, но мне не хватило. И все. Я мидл балкончик. Только мне бы дроп. Ну, у тебя дробаш. Я к тебе с дробашом пойду. Ну, нелогично, очень нелогично. Да, я пошутил же. Дорога, помогите. Это лонг. Лонг? Ну, там дорога просто написана была. Ну. Изи. Сейчас пойдет, я его заберу. Забрал. Идет. Они закупались вообще? Да, да, да. Дроп хочется взять. Нихера они не закупались. А! Понял. И. Блин. Нет. Давай убивай его. Хорош. Ура. Блин, ну я до сих пор с инфалом. Так, ну-ка, калаш. Все, дагестанский зажим сейчас будет. Все, это наш мем теперь. Это наш локальный мем, парни. 100%. Да. Я в принципе в компашках много часа мем придумываю, честно говоря. Да. Вано где кам? Это уже ваше. Ну это вот уже. Вот у нас, когда мы Fortnite гоняли, я мемов 20 придумал, наверное. Убил. Больше. Вверх, девятка? Да. Да. Двое. Вверх. Ну один остался. Забрал. Девятка ушел. А я пачка, я ставлю, прикольно. Дагестанский зажим, парни. Сейчас. Ждем. Добиваем этого. У-ху! Ура! Я убил его дагестанским зажимом.
Это легендарно, ребят. 18 на 4 отыграл. Это круто, это классно. 10-2. Они были гол 2. Плюс 36. Нам не хватило до гол 4 совсем чуть. Блин, вот по факту сейчас бы продолжать играть и апнуть себе голд элит. Впервые. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось, лайк. Если не понравилось, дизлайк, напишите в комментариях. Батащенко ли получилось. Ссылка на телеграм-канал в описании. И на ребят тоже. Всем пока!